И начинаем выпуск с новости, которая сегодня у всех на устах. В регионе произошло землетрясение. Подземный толчок был зафиксирован в акватории Байкала, но его отголоски чувствовались и в Иркутске. Некоторые так испугались, что даже провели эвакуацию. В одной из гимназий областного центра приостановили учебный процесс. За 7 минут всех школьников вывели на улицу. Спустя некоторое время занятия продолжились в обычном режиме. Как сообщили нам в департаменте образования Иркутска, в остальных учебных заведениях эвакуации не было. Вообще, эпицентр природного явления пришелся на поселок Большое Голоусное. Также землетрясение хорошо ощущалось и в Листвянке, но разрушений и жертв зафиксировано не было. Мы подаем ощутимость по реакции людей. Нам звонили, нам писали по электронной почте. И опираясь на эти данные, мы даем уже ощутимость. Вот по Иркутску у нас получилось 3-4 балла. У нас несколько пунктов, где ощущали 3-4 балла. Кроме того, люди ощущают по-разному. Кого-то слегка потрясло, а у кого-то звенело что-то, трещало.